Такая смена погоды привела практически к ураганам в нескольких регионах России. В эти минуты стихии испытывают на прочность Волгоградская область, сорванные кровли, опрокинутые остановки и разбитые светофоры в Красноярске и под Хабаровском. У границ России на севере Казахстана ветром вообще выдавило на трассу огромные массы льда. И вот такой же ледовый цунами сегодня наблюдали в Татарстане.